Сложно как-то становится играть, какие-то терпилы на самом деле попадаются. А сейчас у всех больше анчи, как бы. Поздно уже им отех. Ну тебе этому челу лузал. Давай снэп сейчас нажму. Я не минус 2 на санспоте, я отыгрывал от электры. Будешь... А, блять, минус, вообще минус санспот, если что. Держу в курсе. Будешь пробовать деку на вейв? Надо бы. О, шанчи, блять, вправо сейчас зайдет, блять. Блять, ну... Давайте разъебывать санспота, я не знаю. Минус санспот, нахуй. Пизда тебе, чел. О, блядь. Так, ну мне надо просто... Я даю просто так шанчи туда или нет? Или он будет от этого отыгрывать? Или я сейчас типа просто вот так вот делаю и все? Ну он тогда может, блять, может лучше по миду так сделать и просто выиграть Америкой. Чавес, да, я понимаю. Я хочу, наверное, сейчас дать шанчи на мид и поставить просто такое вправо, вот так сделать. А, я не могу сыграть шанчи. Тебе Чавес нужно поставить. Получается, если мне нужно поставить часть, мне нужно выиграть мид, а я не могу туда ставить. Блять, ну у меня проблемы, ребят. Давайте попробуем вот так. Правильно? Он думает, что он выиграл right side. Блять, ну он гений игры, если что. Видите, что творит. Если сейчас не хватит шанчи, то будет очень... Ладно, хватит. Но он теперь сможет одного динозавра подвинуть туда. Ну, кстати, я тоже туда что-то смогу подвинуть. Ебашь его нахуй. На нахуй. Так, короче, я почему-то не сильно парюсь за left side. По-моему, left side я выиграл. Мне кажется, мне стоит... Бля, если он туда двигает мистик, у меня вообще все супер плохо. А он не может это додвигать. Короче, тут надо какой-то супер анализ. Наверное, вот так надо просто делать, и все. И оставляем надкроулера слева. Соглы? Но у него может быть просто страж. Скорее всего, мистик подвинет сюда, да? 12 она будет. 12, 4, 5, 17. 17 на 2 это 34, а у меня никогда не хватает 34 стата. Получается, он ее должен отсюда тогда сдвинуть, есть только одно но. Так, 100% луз. Да. Но можно попробовать сделать рокировку, что он все-таки сдвинет ее отсюда. Тогда просто вот так. Ну, типа, ну это риск, но... Ну, давайте рискнем. На 8. Давайте рискуем на 8, ребят. Есть, он сдвинул ее, блядь. Шанчи, блядь, сейчас только не шанчи. Найс. Гений, блядь, нахуй гений, сука. Ну хорош, блядь, сосать нахуй, Григорий, блядь. Иди нахуй из игры. Выйди, блядь, отсюда и зайди нормально.
сука, блядь. Я так и знал, что он так сделает, сука. Я так и знал, блядь. Он такой тупой, блядь. Такой тупой, сука. Просто mana efficiency. Понимаешь, тут колода зависит как бы в определенные моменты от маны и... Нихуя себе тут ходят такие кадры. Такие... Ах, поторопился. Ну ладно. Ух, бля, ну хорошая рука. Теперь надо подумать, как все раскидать, чтобы выиграть. Синистер жестко. А Шанчи лево или... Типа мид неважно. Но на четвертый мы хотим давать Шанчи налево, скорее всего. У него тоже Шанчи налево, поэтому туда, если что, пойдет два... Нет, синистеры пойдут, если что, в мид. А сюда на кью получится снэп. На миде жесткая заруба, конечно, будет. Не уверен, что могу посилить, но я смогу убрать отсюда на этот колбер, если что, не проблема. Вот я не фанат, вот типа многие мне пишут, вариант, типа, что ты Шанчи играй в конце. Ну, допустим, у меня есть опция Шанчи плюс Мистер Синистер, да? Допустим. Что-то сейчас мне предлагаете играть. Джубили? Ну, давайте Джубили. Давайте сыграем по-вашему. На пятый ход даем Бруду Карнажа. Ну, давайте так. Давайте так. Он дает Шанчи тоже, да. У нас Шанчи финишер. Он его, типа, не знает. Там, все, отлично. Тут Чавес. Этот лейн мы, блядь, забрали. Железно, без каких-либо вопросов. Соответственно, здесь. Что здесь имеем? Здесь мы имеем Брудер. Смотри, вообще вот так делаю, пацаны. Супер прикольный ход. Обучаю. Один раз в жизни показываю. Он отлично, местно. Еще вообще великолепно. У меня тут Карнаж плюс Брудки. Left side будет Шанчи плюс Мистер Синистер по 6. Возможно, поторопился с Найткроулером. И, наверное, да. И, наверное, поторопился, да? Нова. Винджет. Главное, чтобы он не выигрывал right side. Все, он вроде не выигрывает right side. Отлично. Так, и тут все, призики. Бам-бам-бам. Так, и теперь он уже должен ссаться за мид. А я разыгрываю 7 плюс 12. И выигрываю эту катку, нахуй. Я не считал нихуя, но надеюсь, что смогу осилить что-то. Найткраулера не хватает. Найткраулер может прыгнуть влево. Бля, демон на 6 там есть еще. Я, возможно, проиграю даже, пацаны. Возможно, поторопился, да? Смотри, если сейчас там демон на 6. Ох, бля! Оу, бэйби! That's the victory! That's the victory! Мне кажется, этот чел этого не ожидал. Кстати, знаете, кто это? Это Бейне 1. Помните такого пацана в Гвинте? Он часто зависает на стримах. На стримах у этого. Ну, типа у Шинмада, у Свима он был в свое время, но Свима мы сейчас Асу. Поэтому. Да, он меня знает. Не знаю, ставить ли мне новую, прям первой картой на похуй. Наверное, не буду. Да не буду снэпать, блять. Он знает мою колоду, Эмотех. Он знает мою колоду. Ну вот сейчас, кстати, можно снэпнуть. А, нову, наверное, лучше не ставить на самом деле. Да, ну вообще мне потом уже нужно играть что-то, да?
Не туда поставил. Я бы даже на самом деле... Пас. Был бы сейчас под Шан-Чи рейндж, я бы дал его, блять, не задумываясь. Мы. Ну что, с Шан-Чи дать, пацаны? Типа, ну, зачилиться прям и... Инициатива, главное, что все, инициатива есть. Че, просто типа тупо Шан-Чи ебашим и все. Бля, у нее там тоже дабл нова, правильно я понимаю? Сезон играет. Я вообще, блядь, еще лучше играю. Ну а что ты, блядь, сейчас мне тогда предлагаешь играть? Если Шан-Чи и этот Ласт, что тогда мне сейчас играть? Давай так. Есть, блядь, я так и знал, блядь, он... Я так и знал. Но там, подожди, там... Так он не сможет сыграть уже ничего, да? Он что-то улучшил в руке. Он Найткроулера двигает, допустим, сюда, но он не может выиграть этот лейн. Да, армор так-то мог его самого там засейвить, этого коллектора, сильно. Но он понимает, что он... Бля, красиво сыграл. Красиво сыграл я. Просто красивая, сильная игра. Тут без БМ и к челу. Ну, чел, типа, нормальный, поэтому... Ну, чувак, кстати, как и я, бля, вообще во все игры играет. Прям во все, которые выходят, блядь. Я помню, был артефакт, он в артефакт играл. Вышло еще какое-то говно там. Что там? А, Рунтера вышла. Он в Рунтеру пошел играть. О. Ну, ладно, у меня есть... Но мне нужно тогда его карнажик. Самое сочное он все еще может найти в моей колоде. Кстати, знаете, что обидно, когда появляется эта Лока? Вот бы, кстати, заруинил он бы ее, было бы вообще найс. Потому что она прям ублюдская. Дару-ри-дару-ра.
Давайте вот так, ребят, так вам удобно? Ох, блять, вейв пошел. И внезапно все стало хуево. Так, у него инициатива, поэтому от профессора сейчас... Ну, типа, мы либо угадываем, где профессор, либо... Профессор может быть на любом лейне, вообще на любом. Но я рискнул просто зарандомить. Да. Ну, тут ожидаемо был, ожидаемый профессор. Причем я сказал, что он может быть... Теперь еще знаете, в чем опасность? В том, что у меня Шан-Чи может наказать жестко. Давайте я сделаю даже вот так, наверное, чтобы освободить себе слоты. Сейчас посмотрим, если он скипнет просто этот ход, если он скипнет этот ход, то значит там просто гигант. Кстати, я тогда бы мог его наказать через Шанг-Чи, но я ошибся сам уже, правильно? Если бы у меня была инициатива, окей, он сыграл какую-то карту. Угу. И двойка Синистер. По идее, мы должны выигрывать, на самом деле, теперь. Теперь мы должны выигрывать. Как-то так, наверное. Не знаю, что он там успел дровнуть из моей колоды, но, по идее, вот так вот должно быть хорошо. Должен две линии выиграть. Бля, Карнаж может получить пизды от Шан-Чи, и тогда я проиграю, да? Если Карнаж получит пизды от Шан-Чи, я проигрываю. Если у него Шан-Чи. А у него Шан-Чи может быть. Я думаю, это тоже ответный Шан-Чи и что-то еще. Ничего. Оу! Мужики сегодня такие катки прям на тоненького, супер потнющие, прям супер потнющие. Бля, ну как я на этой говноколоде всех разъебываю? Ну это просто пиздец. Это просто, я не знаю, отправляйте меня в книгу рекордов Гиннесса. Сейчас, челы, я вам отвечаю, они сейчас будут играть на этой колоде. Они будут играть на этой колоде. Спесимен, ребят, это игра. Ну все, блядь, ну нужно запотеть против него. Снэпай. Смотря, что в руке будет. Бля, если он сейчас убьет меня электрой микрочела, я сгорю. Я ставлю сюда в Murder World карты или нет? Или мне типа Покс? Зачем мне его руку говорить? Не надо. Че же интересно, он в Murder World сам там сейчас сыграет. Кое. Кое на кое. Окей. Шан-Чи не могу играть вправо, но могу сыграть Брудок. Я типа следующий ход особо... Если бы я правда зайдет на Кена следующий ход, то будет печально. Ладно, мне кажется, у меня может быть Винкон, поэтому я не буду торопиться пока с... Ну, Шан-Чи... Хуёвое уничтожение карты.
Везет, что мистера Синистера есть неплохие. Так, есть у нее инициатива. Так, у меня инициатива. То есть, если там Джиггернаут, то мне будет хуёво. Правильно? Но мне надо играть Джубили, пробовать туда. Иначе я ничего не могу сделать. Минус 8. Ну, потому что может быть Джиггернаут. Смотрите, вообще Джиггернаут 300 та, так? Джиггернаут 300 та. Это 7 плюс 3, это 10. Так? Это 10. Вообще Джиггернаут для меня, наверное, хорош. Наверное, да. Если это Джаггер, то это норм. Отлично. У него она должна быть на меньших. Нет, ладно, она настолько же. 12, окей. Тогда я просто должен теперь выиграть right side и все, и не выебываться. Блять, зашла новая ебаная. Блять, и как назвать... Вот я реально сколько раз я уже выкинул... Сколько у меня карт? Дека 3. Это вин? Это вин, смотря что зайдет. Ну, типа, я играю Синистер или я ничего не играю? Я играю Синистера сейчас, потому что может зайти Blue Marvel, правильно? А, это Last Hot, лол. Ну, давай, ладно. Есть, пацаны, блядь, как же мы всех этих, блядь, и хорош, есть, есть, nice, nice. Врубайте, блядь, we are the champion, my friends. Ребят, ну, топовый, я вам серьезно говорю, сильнейший русскоязычный игрок в Marvel Snap. Ну, просто сильнее вы не найдете. Только если мои зрители, только если мои зрители. GG, GG, well played. Ребят, well played. Ну, я же говорю, только если мои зрители сильнее, понимаете? Только мои зрители могут быть сильнее, ребят. Но, ну, то есть вы все, понимаете? Вам я готов уступить. Но, блядь, эти челы не пройдут. Они будут наказаны каждый. Прям на говне, на моем любимом говне, как обычно, как всегда. Все самое лучшее, все самое топовое.